Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в очередном топе. На этот раз я хочу вам показать топ-5 бесплатных фотостоков. Зачем они нужны и что это такое. Например, вы делаете сайт, лендинг, и вам нужны какие-то картинки для бэкграунда. Вообще любые картинки. Вы идете в интернет, если вы их не покупаете, а просто качаете в Яндекс.Картинках или в Google, то может случиться так, что потом автор данного изображения предъявит права на данную фотографию, и вам придется ее купить, или же могут быть проблемы какие-то за нарушение авторских прав. Чтобы это избежать, как грибы, развиваются бесплатные фотостоки. Между собой они практически ничем не отличаются в данном топе. Но почему их тогда 5? Так как картинки официально бесплатные на этих фотостоках, то есть мы можем смело качать нужное для нас изображение и использовать бесплатно, официально, то есть никто по закону к вам не придерется. Так как они бесплатные, соответственно, их мало. И нужное изображение мы можем не найти. Поэтому я покажу вам 5 фотостоков, на которых, возможно, вы найдете то, что вас заинтересует. Итак, поехали. 5 место открывает топ. А вот этот вот сервис. Если мы перейдем на главную, сразу мы можем видеть изображение. А как им пользоваться? Здесь можно кликнуть по ссылке New. У нас обновится страница и покажется новое изображение. Или же мы можем кликнуть вот на эти вот точки, кликнуть вот на этот пункт, и у нас покажутся изображения по категориям. Конечно же, здесь надо немножко хотя бы знать английский язык. Вот, например, категория food, еда. Или по картинкам категории можно понять, какие в данной категории изображения. Кликаем по картинке food. Страница обновляется. У нас наверху есть еще такие подкатегории. И у нас есть уже готовые изображения. Во-первых, они в очень высоком разрешении, очень качественные. И все это качается легко без регистрации. Например, мы хотим сначала посмотреть изображение в полном размере. Мы просто кликаем по изображению, рассматриваем его как хотим. И вот здесь есть кнопочка Download. Если мы на нее кликнем, вы сейчас вот видите, вот здесь в левом углу, я использую браузер Chrome, у меня произошла закачка сразу же изображения. То есть мы это можем посмотреть сразу вот здесь вот в папке. Очень высокое разрешение. Давайте посмотрим свойства. Смотрите, 3582 пикселя на 2149. Очень большое качественное изображение. Четвертое место моего топа фотосток занимает вот этот сервис, а тоже заграничный. Здесь уже имеется поиск. Сразу хочу вам сказать, что если будете искать на русском языке, ничего не найдете, скорее всего. Нужно писать на английском. Также есть категории, они помечены ниже. Например, City, город. Если мы кликнем, а у нас отсортируются картинки по параметру город. И также здесь вот есть при наведении на картинку, у нас есть ссылка для закачки. Кликнув по изображению, мы можем посмотреть на изображение. Здесь уже, что мне понравилось, есть статистика сразу. Показано, какое разрешение, какой размер изображения и другие параметры. И кнопочка красная такая Download, которую вы не пропустите. Кликнув по картиночке, вы также можете наблюдать, вот здесь вот влево в углу у меня произошла закачка изображения без регистрации. Третье место моего топа занимает данный фотосток, который сейчас вы видите перед собой. Здесь тоже очень интересно. В данном случае браузер перевел у меня на русский язык, что уже проще. И здесь также вот вы видите, это у нас категория, рубрики по клику. Выглядит как слайдер, да? Мы можем отсортировать по категориям люди и посмотреть, что нас заинтересует. И здесь, в принципе, все то же самое. Кликнув по изображению, мы можем посмотреть в полном его размере. И при наведении вот здесь появляется такая стрелочка в углу. Кликнув на эту стрелочку, всплывает окно.
После нажатия на эту стрелочку, и вы видите, что я могу нажать «Сохранить», изображение сохранится. Второе место моего топа занимает еще один сервис по бесплатным изображениям. Достаточно неплохой. Здесь также есть вот такие вот категории, где мы можем отсортировать по нужной нам категории, выбрать то, что нас как бы заинтересовало, кликнув по изображению. И внизу у нас есть такая кнопочка «Скачать». Кликнув по ней, изображение открывается вот так. И у нас вместо стрелки получается такая лупа. Если кликнув по лупе, то у нас изображение открывается в полном его размере. И теперь правой кнопкой мыши мы можем кликнуть «Сохранить картинку как». И у нас изображение скачается без проблем. Первое место сегодняшнего топа по бесплатным изображениям занимает Google картинки. Да, вы не ослышались, Google картинки. Почему, спросите вы? Ведь там изображения у нас все в куче, и там есть как и платные, и бесплатные, и те изображения, на которые могут предъявить права авторы. А я вам скажу то, что не все знают, как пользоваться фильтром Google, и что мы можем даже через Google искать только по бесплатным картинкам, на которые нет прав. И сейчас я вам покажу, как это делается. То есть мы просто переходим в Google, например, вбиваем фото, кликаем по картинке. То есть вот сейчас, конечно же, все изображения будут отсортированы как и бесплатные, и платные. И мы не знаем этого, какие бесплатные, какие платные. И смотрите, как все классно здесь устроено. Почему Google занял первое место? Потому что все мы привыкли пользоваться или Google, или Яндекс картинками. Давно это уже делаем, качаем, и поэтому нам уже это все привычно. А оказывается, здесь можно очень классно все настроить и искать именно те изображения, которые нам нужны. Конечно же, когда мы сейчас настроим фильтр, поиск по нашим картинкам будет гораздо меньше. Возможно, вы даже ничего не найдете, потому что, например, бесплатных изображений таких нет. Например, такой жесткий запрос, как натяжные потолки. Набираем натяжные потолки, нажимаем поиск. Сейчас, казалось бы, изображений очень много, но на них на всех есть права. Итак, нам нужно отсортировать сейчас по бесплатным и по большим изображениям Full HD 1920 на 1080 пикселей. Для этого здесь есть такая кнопка «Инструменты», кликаем по ней, у нас выезжает еще одна панель настроек. Мы кликаем вот здесь вот «Права на использование», кликаем по ссылке и в списке выбираем «С лицензией на использование». Кликаем. Наш выбор резко сокращается и уже вылазит какие-то левые. То есть, конечно, возможно, этот поиск не подойдет, но все зависит от того, какой у вас здесь запрос, возможно, он вам подойдет. А теперь еще мы вобьем размер и выбираем точный размер в списке. И в всплывающем окне пишем наш размер. Я пишу Full HD 1920 на 1080. И нажимаю на кнопку «Поиск». И фильтр отсортировывает и показывает еще более меньшие варианты. То есть при наведении на изображение, вот внизу мы можем видеть, что тут 1920. Получается, как бы в моем запросе я ничего не нашел. Поэтому мы ищем нужное изображение в тех фотостоках, которые я вам предложил. Где искать изображение, в итоге решите вы сами. Главное, я вам показал, что оказывается можно и бесплатно найти качественное изображение, которое потом мы можем использовать в своей работе. Все ссылки на данные фотостоки вы найдете в описании к этому видео. Надеюсь, для вас этот топ был интересен и полезен. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпишитесь, конечно же, на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные топы. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен.
Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.